Сергей Прокофьев. Концерт номер один для фортепиано с оркестром ре бемоль мажор, опус 10. Солистка, лауреат 11-го конкурса имени Чайковского в Москве, лауреат первой премии международного конкурса имени Стравинского в Соединенных Штатах Америки, солистка Московской филармонии Виктория Корчинская-Коган, дирижер Александр Сиднев.
В трех частях. Солист, учащийся Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, Даниил Милкис.
Thank you.
тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною, засвищут скоро соловьи, и лес оденется весною. И сердце сильно так в груди забьется, стучит, как будто ждет чего-то, как будто счастье впереди. И унесла зима заботы. Сейчас наши с вами сердца забьются четче и радостнее в такт музыки Исаака Дунаевского. Вальс и полька из кинофильма «Кубанские казаки». Дирижер Александр Ситнев.
Василий Соловьев Седой. Подмосковные... О! Простите. Никогда. Исаак Дунаевский. Марш энтузиастов из кинофильма «Весна». Вчера Василия Соловьева Седова. Thank you.
подошел к концу. До новых встреч!